Вы что, не видите? Рейнер нас продал. Нам нужно драться с Доминионом, а не работать на него. Не кипятитесь. Мы доверяли командиру раньше, должны доверять и сейчас. Как можно доверять этому алкоголику? Джим Рейнер – бесхребетный трус. Ты только тем и занят, что отравляешь всем жизнь. Да что ты говоришь? Ничтожество. Доверять можно только себе. И чем раньше вы это поймете... Ну все, довольно. Ты водишь всех за нос, да, Джимми? А при первой опасности ноги в руки и бежать. Это так похоже на тебя, да? Вспомни меня и их, твою ненаглядную подружку. Делай того, о чем потом пожалеешь. Что он прав? Что я от вас сбегу? По твоей воле мы работаем на Доминион, командир. А сейчас мы летим на Чар? Тебя словно подменили. Доминион тут ни при чем. Наша миссия — спасать людей. Если зерги всех сожрут, значит, все было зря. Поэтому я возвращаюсь на Чар. Со мной вы или нет, решайте сами. Так было всегда. Вот это слова настоящего командира. Довольны? Теперь за работу, ребята. Надеюсь, этот разговор больше не повторится. И почини мой чертов проигрыватель. Помогите. Кто-нибудь. Если бы ад существовал, он был бы здесь. Океаны огня, тектонические штормы и атмосфера, сжигающая человека заживо. Но мы все предусмотрели. Поведение зергов нельзя предусмотреть, генерал. Они не впишутся в ваш стройный план. Я возглавлял 5 операций против Роя. Мы держали фронт, пока ты и твои дружки-террористы отсиживались в укромном уголке. Нам всем известно о ваших победах, генерал. Я пригласил командира Рейнера помочь нам с непредвиденными обстоятельствами. Похоже, ты уже все распланировал, малыш. Я слишком много вложил в это дело, чтобы рисковать. Кстати, следующий этап вам особенно понравится. Валерия, мне только что сообщили, что ты взял половину флота. Не изволишь объясниться? Отец, я совершу то, что тебе так и не удалось.
Сегодня я держу верх над королевой клинков и установлю мир во всем Доминионе. Тогда люди увидят, что я твой достойный преемник. Ты очень смышленный, сынок, но не прыгай выше головы. С чего ты взял, что у тебя хватит опыта? Он не один, Арктур. Рейнар. Не знаю, на какой помойке сын тебя раскопал, но думаю, даже тебе ясно, что эту двуличную тварь уже не спасти, как и тебя. Это мы еще посмотрим. А когда все закончится, нам с тобой будет о чем побеседовать. О большем я и не мечтал. Ты ведешь опасную игру, сынок. Принц Валериан, приближается волна зергов. Как уже? Всем покинуть мостик! Мне предстоит битва! Увидимся внизу, парни.